квадрат. Нарисуйте множество таких его точек, расстояние от которых до всех четырех вершин не больше, чем сторона квадрата. Это совсем простая задача по рисованию. Нарисуйте все точки, расположенные внутри квадрата, расстояние от которых до всех вершин не больше, чем длина стороны квадрата. Вот я вам рисую сам квадрат, а квадрат с стороной А. Надо изобразить множество точек, пространства, которые к его вершинам расположены на расстоянии не больше, чем А. Ну, можно провести вот такие дуги. Да. Тогда сбелеем, все хорошо. Так. 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 И... Так. И что? И вот эта область... Отлично. Это... Все поняли? Угу. Потому что условие АМ не больше, чем А, означает, что просто надо взять круг с центром А, радиусом А маленькая. И пересечение четырех таких кругов – это действительно такая вот область. Спасибо, все правильно. Хорошо.